хвост. Это я уже знаю. Чтоб махать им. Двигаться, бегать. Может быть, чтоб подметать. Павлин показывает свои хвостики девочкам-павлинам. И короткие, и такие, похожие на букву 1. Цифру 1. Животные хвостиками здороваются. Чтоб когда поднимаешь вверх хвостик, они сразу так вот поднимаются и поют песенку. Еще можно узнать, какое у нее настроение у кошки. Еще нужно хвост, чтобы сидеть. Летать. А то хвост, это у него, ну, крылья. Это луй какой-нибудь. Они отпугивают своих врагов. Если б муха на спину им сядет, то они хвостом хоп. Да. Упадет муха. Да, мама мне это тоже рассказывала. А волки ловят рыбу на хвост. Потому что волк родился с таким хвостиком, длинненьким немножко, а лиса совсем длинная, вот такой у нее хвостик. А бывают такие оранжевые для айва. Они звери, им нужны хвосты.